Романс бессмертия. Послание Иоанна Богослова. Есть Божеский престол, море перед ним, как будто бы стеклянное, живой цветной кристалл. Престола посреди животных различим, живых очей исполненных, животных я узнал. В живых очах золотогривый лев мычит, телец рогатый арабель. Человек, любимец Божий, дельфин так на орла похожий. Смертный человек, любимец Божий, дельфин так на орла похожий. Каждый зверь из них имеет крылья в шесть, взывают свят, 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 Господь наш Вседержитель. Три пары, три пути, в тех крыльях разум есть. Животный путь и путь людской, а третий небожитель. Живых очах золотогривый лев мчит, телец рогатый арабев. Смертный человек, любимец Божий, дельфин так на орла похожий. Смертный человек, любимец Божий, дельфин так на орла похожий. Дюжины вкруг них престолов душ земных сидят родоначальники в снегах, в венцах золотых. Агнец Божий сын, очей семь-семь рогов, взял книгу книг из рук отца, печати снять готов. Не плачь, не плачь, золотогривый лев, не плачь, телец, рогатый арабель. Человек, любимец Божий, дельфин так на орла похож.